Доброе утро, здравствуйте, уважаемые онлайн-слушатели. Я Ильшат Каланов, я аналитик компании Альпари. Сегодня вновь мы с вами продолжим нашу работу по поиску ключевых зон покупок и продаж, которые являются актуальными для рынка. Уважаемые онлайн-слушатели, если вы сейчас меня слышите, прошу вас поставить плюсики. А также, если у вас есть какие-то предложения, какие валютные пары или другие инструменты вы хотели здесь разобраться, попрошу их писать в чате. А также, уважаемые онлайн-слушатели, как я вчера обещал, мы сегодня будем уже включать так называемый новостной фильтр, как работать, как его включать и как его применять. Так, пока что предложений нету. Спасибо за плюсики. Так, уважаемые онлайн-слушатели, какую валютную пару или какой инструмент мы с вами сейчас разберемся? Первую валютную пару мы традиционно разберемся для наших новых слушателей, которые не в курсе, о чем идет речь, что мы с вами делаем. Мы введем их в курс дела, как мы будем искать зону покупок и продаж. Далее уже дополнительные мы с вами будем самостоятельно разбираться, каждый из нас самостоятельно, плюс еще будем сравнивать их. Так, какую валютную пару? Или какой инструмент? Первый, кто напишет, то и будем разбираться. Ту валютную пару или тот инструмент мы с вами будем разбираться. Так, пока нет предложений. Так. Вот, пошло-поехало. Александр нам предлагает фунт иену. Давайте разберемся с фунт иеной. Потом по евро-доллару можем с вами вновь сделать свой собственный анализ. Так, что мы с вами делаем в итоге? Давайте открываем график валютной пары британский фунт к японской иене. И далее будем искать с чистого листа зоны покупок и зоны продаж, которые сейчас могут существовать на данной валютной паре. Итак, что мы с вами должны в первую очередь делать? И что мы с вами вообще делаем? Дело в том, что мы с вами ищем какие-то зоны, которые для рынка выступают ключевыми, важными, от которых рынку удобно всегда совершать отскок, нежели пробивать. Мы все прекрасно знаем, что такое уровни поддержки и сопротивления, но зачастую, понимаете, там поработать достаточно сложно. Потому что, во-первых, когда вы строите стратегию определенную, стратегия всегда должна отвечать трем основным вопросам. Первый вопрос – точка и момент входа. Где и в какое время зайти в позицию. Ну и, соответственно, в каком направлении тоже, на покупку или на продажу. Во-вторых, мы должны с помощью нашей стратегии получить ответ еще на два вопроса. По какой цене выйти с плюсом, если цена пойдет в нашу сторону? И по какой цене выйти, если цена пойдет против нас, против нашей позиции, и где зафиксировать свои убытки. Стратегия должна отвечать этим трем вопросам. Пока мы не получим ответ на все эти три вопроса, мы с вами не должны совершать торговую операцию. Вот, мы все прекрасно знаем, что такое уровни поддержки и сопротивления, но вот по уровням поддержки и сопротивления мы можем найти только точку входа, по какой цене мы с вами должны зайти в позицию на покупку или продажу. Но где спрятать свой стоп-лосс и где выставлять свой тейк-профит, достаточно такой скользкий вопрос, там достаточно такой, каждый понимает по-своему, практически каждый понимает по-своему. И, соответственно, интерпретация уровня поддержки сопротивления достаточно разнообразная. Здесь мы с вами ищем именно цены, диапазон цен, где уровни поддержки сопротивления являются не конкретно цена, а целый диапазон цен. И, соответственно, исходя из этого диапазона, мы также отвечаем на два остальных вопроса, где выставлять свой take profit и где выставлять свой стоп-лосс. Итак, что для этого в первую очередь мы с вами должны сделать? Открываем график любой валютной пары, любого инструмента, и далее будем искать скопление нескольких баров, где цена цены закрытия и открытия этих баров должны находиться примерно по одной цене. Плюс ко всему,
эти бары должны оставлять либо верхние, либо нижние тени. Это нам уже говорит о том, что здесь, возможно, рынок тестировал какие-то уровни, какие-то важные уровни, но не смог пробить. В итоге это мы видим как верхние, либо нижние тени. То есть это явный сигнал о том, что здесь происходили какие-то важные события, и исходя из этого будем с вами дальше искать. Например, скопление, которое у нас есть вот здесь. Давайте возьмем скопление, которое у нас было 20 мая. Три бара закрываются примерно по одной цене. При этом каждый бар оставляет нижние тени. Мы первую горизонтальную линию проводим по ценам закрытия, и вторую горизонтальную линию проводим по самой минимальной точке из всех, которые есть в этих тенях. В итоге у нас образовывается диапазон. Далее мы будем с вами искать, является ли данная зона важной для рынка и берет ли рынок ориентир с этого диапазона. Для этого мы смотрим в историю. Что мы должны найти в истории? Во-первых, в истории мы с вами должны найти в первую очередь отскоки. То есть цена должна в большинстве случаев отскакивать вверх либо вниз, в зависимости от того, с какой стороны цена подходит к этим диапазонам. Либо должны быть пробития. Пробитие должно быть либо одной большой свечой пробиваться, либо несколькими свечами одинакового цвета. Итак, смотрим. Вот нашли мы с вами скопление. Мы видим, что цена здесь пыталась тестировать какие-то уровни. В итоге у нас это образуется в качестве каких-то теней. До этого мы видим, что цена совершает пробой одной большой свечой. Здесь тоже мы видим пробой одной большой свечой. До этого у нас между ними есть один небольшой откат. До второго пробития мы здесь видим, что цена подходила 18 мая и совершила отскок вверх. Здесь цена дважды совершает отскок вверх. Здесь мы с вами стоп-лосс не поймали бы, потому что достаточно ненадолго, недалеко цена пробивала, и все это было ложное пробитие. И здесь, и вот здесь тоже цена совершает дважды отскок вверх. То есть это тоже хорошо. Здесь мы видим, что 12 мая цена вновь пробивает, вновь импульсом. До этого импульсивного пробития цена совершает отскок вниз, и это тоже нам важно. Далее смотрим, когда цена последний раз подходила к этим диапазонам. Достаточно давно, февраль, март, если январь уже, получается достаточно давно, очень-очень давно. Вот это подходило только 31 декабря. Цена подходила снизу вверх к этому диапазону и совершила отскок. Здесь уже рынок практически не видел данный диапазон. Хотя, обратите внимание, здесь тоже цена держится строго ниже. Цена подходит к этому диапазону, здесь происходит активные продажи, цена совершает отскок. Здесь тоже отскок, 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 отскок. Здесь какое-то время цена пробивает. Потом медленно, но это уже были праздничные дни, здесь уже немного логика работы другая, нежели чем в обычные дни. Ну и в итоге цена медленно пробивает данную зону. До этого вновь смотрим, здесь уже рынок не видит, хотя какие-то моменты есть, что цена совершает отскок, здесь пробитие, то есть какое-то время вроде бы работает, но по факту, если взять, с 31 декабря, когда цена последний раз совершила отскок, рынок ушел очень далеко вниз и обратно цена вернулась к этим диапазонам спустя уже 5 месяцев, практически 5 месяцев, это 11 мая. Только 11 мая цена, вернувшись к этому диапазону, у нас что получается? Мы видим, что данный диапазон вновь для рынка приобретает актуальность и вновь от этого уровня цена совершает отскок. Потом мы видим импульсивное пробитие, после которого рынок уже сверху вниз подходит вниз к этому диапазону. Диапазон здесь работает тоже принцип полярности уровней. Когда уровень поддержки пробивается, становится сопротивлением, и сопротивление, когда пробивается, становится поддержкой. Здесь зона продаж становится зоной покупок, здесь надо было покупать, здесь тоже цена, ожидалось, что цена пойдет вверх, надо было покупать, здесь тоже у нас пробитие, отскок и так далее. Какой период мы с вами должны смотреть? Чем дальше, тем лучше, но минимум один месяц на часовых графиках, минимум один месяц. Но если взять в текущее время, здесь каких-то уровней важных не существует. По той простой причине, что
данный диапазон когда-то существовал. Мы это видели в истории. Может быть, был немного другой диапазон. Может быть, этот диапазон в декабре был немного шире или уже. Мы это можем посмотреть, взглянув в декабрьские события. Но это сейчас нас не интересует. Но главное, что в этих пределах рынок очень актуально торговался в декабре. Ну и рынок брал от этого, примерно от этих диапазонов свои ориентиры. Но после того, как цена ушла далеко вниз, спустя 4,5 месяца цена возвращается обратно, здесь уже вновь данный диапазон начинает приобретать для рынка актуальность. Это почему так происходит? Потому что есть помимо трейдеров другие участники рынка. Это инвестиционные какие-то компании, это какие-то другие участники, которые держат долгосрочные позиции. Соответственно, после того, как рынок вновь возвращается, они вновь начинают, их интерес вновь начинает затрагиваться. И, соответственно, здесь вновь начинается, то есть рынок начинает вновь видеть данные диапазоны. Что и мы видим вот здесь. То есть по факту, что мы можем сказать? Данный диапазон начал вновь приобретать силу всего лишь 11 мая, буквально 2 недели назад. И в итоге у нас есть пробитие 1, 2 и 3 раза цена пробивает. За это время цена, данный диапазон смогла, рынок смог пробить данный диапазон всего лишь 3 раза. Отскоки 1, здесь 2, здесь 3, здесь 4, здесь 5, здесь 6. 6 раз цена совершает отскок и 3 раза пробивает. С 11 мая по текущий день рынок торговался в пределах данного диапазона в течение, точнее, 9 раз. 9 раз, и из 9 случаев, 3 случая рынку удалось пробить данный диапазон. Мы вообще берем периоды, точнее, теперь получаем ответ на следующий вопрос. Будем ли сейчас торговать, и если да, то как торговать? Опять-таки, это информация для новых наших слушателей. Во-первых, что мы с вами должны делать? Мы понимаем, что есть тут уровень поддержки, уровень, точнее, зона покупок. Да? То есть, если цена подойдет сверху вниз, с большей вероятностью цена будет совершать отскок. Когда подойдет, мы на этот вопрос не можем получить ответ с помощью этой стратегии, но мы знаем, что если цена подойдет когда-то сверху вниз, с большей вероятностью цена совершит отскок вверх. По крайней мере, за последние 2 недели из 9 случаев 6 раз цена как раз совершила отскок. Как раз на этой большой вероятности мы с вами будем работать. Для этого что мы с вами должны делать? Для этого мы с вами нажимаем на кнопку «Ордер», и мы всегда работаем по отложенным ордерам. Не всегда, но в большинстве случаев выставляем buy limit по верхним границам нашего коридора. Верхняя граница нашего коридора – это 187,38 йен. За один британский фунт стерлинг. И стоп-лосс и тейк-профит тоже мы с вами уже выставлять, исходя из размера этого диапазона. Размер диапазона в нашем случае составляет 25 пунктов. Соответственно, мы можем два раза больше толщины данного диапазона выставлять свои стоп-лоссы. То есть по цене 186,88 надо будет выставлять стоп-лосс. А тейк-профит надо выставлять минимум 1 к 1. То есть тоже 50 пунктов выше, по цене 187,88 можно выставлять take-profit позиции. Устанавливаем ордер. И какие события могут произойти, какие могут быть дальнейшие развития события. Во-первых, мы не знаем, подойдет ли цена к этому диапазону или нет. Мы с большей вероятностью цена в ближайшее время может не подходить. Но если подойдет, и какое-то время цена будет торговаться в пределах данного диапазона, рынку всегда от таких диапазонов проще совершить отскок вверх, чем их пробивать вниз или вверх. То есть пробитие – достаточно сложный процесс. Почему нам необходимо, чтобы пробитие, когда мы смотрим, пробитие всегда необходимо, чтобы пробитие должно быть импульсивным. То есть с помощью одной большой свечи или с помощью нескольких свеч одинакового цвета. Потому что рынок должен приложить свой импульс, все свои силы, чтобы пробить какой-то диапазон, пробить это выбранные диапазоны.
То есть, если цена подойдет тогда, когда на рынке нету новостей, с большей вероятностью цена будет совершать отскок вверх. Это не означает, что во время новостей цена может пробить. Во время новостей цена также может пойти в нашу сторону. Это уже в зависимости от того, какие будут новости и что у нас прогнозируется. Итак, вот таким образом мы с вами будем искать зону покупок и зону продаж. В нашем случае это диапазон 187.14 и 187.38 для нас выступает в качестве зоны покупок. Но, как я уже обещал, мы с вами должны будем еще добавить фильтр. Фильтр, какой фильтр? Новостной. Чего мы остерегаемся? Да? То есть, если цена подойдет, вот сюда мы с вами зайдем на покупку с ожиданием, что цена пойдет вверх. Если будут новости, когда цена подойдет, приблизится к этим диапазонам, с большей вероятностью, возможно, будет пробитие даже. Если не будет новостей, то в большинстве случаев, наоборот, цена идет вверх. То есть без импульса, который, опять-таки, вызывается новостями, рынок не сможет пробивать такие зоны. То есть, по факту, мы с вами, получается, должны остерегаться именно публикации новостей на тот момент, когда цена приближается к этим зонам. Что для этого мы с вами должны сделать? Сейчас я это попытаюсь вам показать. Во-первых, надо понять еще один момент. Надо понимать, есть понятие среднедневная волатильность любой валютной пары. Это вы можете в Гугле поискать. У любой валютной пары есть своя среднедневная волатильность, которая высчитывается по определенным формулам. Есть специальные индикаторы, которые предоставляются на бесплатной основе. Их тоже можете скачать, установить свой MetaTrader 4. Они тоже высчитывают. То есть, что мы с вами должны делать? Сейчас пока что давайте этого не будем делать. Я хочу сейчас показать вам, как выставлять фильтр, новостной фильтр. Мы должны остерегаться новостей по британскому фунту и японской иене. То есть новостей, которые у нас истекают из Великобритании или из Японии. Поэтому мы с вами что делаем? Открываем сайт alpari.ru. Заходим на сайт alpari.ru. Есть тут у нас аналитика Forex. В аналитике Forex мы можем увидеть календарь событий от FX Street. Нажимаем сюда и обратите внимание, время работы. Время работы MetaTrader 4. Это вы можете увидеть вот здесь. Открываете обзор рынка. Тут есть время работы. 8.18. То есть, по факту, сейчас это совпадает с московским временем. Зимой это будет на минус 1 час. Соответственно, зимой мы должны брать именно минус 1. Не московское время, а минус 1 час. То есть, в следующий раз, когда мы с вами открываем вот здесь, берем московское время. Зимой надо будет брать калининградское время, потому что зимой разница между московским временем и временем работы терминала отличается на 1 час. Берем московское время и смотрим, какие же новости нас ожидают сегодня, например, в пятницу. Были уже опубликованы новости по японской иене. Это нас интересует, потому что наша валютная пара сейчас фунт иена. Были какие-то новости важные, но они не сильно повлияли, и, по крайней мере, этого не было достаточно, чтобы цена могла упасть до наших зон покупок. Далее ждем. Какие у нас будут опубликованы на сегодня новости по британской экономике? По британской экономике важных новостей сегодня у нас не ожидаются. Хотя есть вот сегодня будет выступление главы Банка Англии Марка Карни. Вот, сегодня будет он выступать в 16.30 по московскому времени. Соответственно, здесь можем мы с вами остерегаться. Допустим, если в течение, когда он будет выступать, если цена резко двинется и цена упадет на 180 пунктов,
Здесь возможно, то есть если цена будет находиться вот в пределах в этой зоне, когда он будет выступать, возможно, цена очень быстро может с помощью импульса пробивать. То есть такие моменты мы с вами должны остерегаться. Как это мы делаем? Удаляем и вновь выставляем новый ордер. Вновь выставляем новый ордер, уже выставляем уже с указанием времени. Естественно, по цене 187.38 мы с вами выставляем ордер. Стоп-лосс у нас находился по цене 186.88. Тейк-профит выставляли по цене 187.88. Здесь мы должны указать истечение времени. У нас сегодня публикуются новости 22 февраля, точнее, простите, 22 мая. Время надо указать здесь московское, потому что московское сейчас совпадает со временем работы терминала. Итак, когда же у нас будут новости по британской экономике, важные новости, где волатильность очень высокая. Это у нас, вот, 16.30. За полчаса до публикации новостей желательно удалить позиции. Это мы можем автоматизировать, просто здесь выставляем 16.00 и устанавливаем ордер. То есть, если до 16.00 по времени терминала данная наша позиция не сработает, лимитный ордер будет удален. Ну и, соответственно, этого будет нам достаточно. То есть, таким образом, во время новостей, даже если будут какие-то новости и будет пробитие, мы с вами можем остаться вне рынка. Это лучше, чем когда мы с вами покупаем, а цена пробивает. Поэтому мы таким образом можем выставлять наши фильтры, новостные фильтры. Но есть еще один момент. Сегодня в течение одного рабочего дня цена будет варьироваться в этих пределах. Да, то есть долго будет торговаться в пределах этого диапазона, не будет каких-то сильных движений и будет выступление. Но даже если будет выступление, я не думаю, что у каждого, как я уже сказал, у каждой валютной пары есть своя среднедневная волатильность. Даже если будет падение, что я хочу сказать, если цена находится гораздо выше, чем среднедневная волатильность своя, то можно не устанавливать время. Время, когда необходимо удалить позиции, устанавливается только тогда, когда цена очень близко находится к среднедневной волатильности. Вот, например, это мы с вами искали по фунт-доллару вчера. Цена находилась достаточно близко. 70 пунктов для фунт-доллара это мало, потому что по фунт-доллару среднедневная волатильность сейчас составляет примерно 100 пунктов. Соответственно, цена находилась очень близко к до публикации новостей находилась очень близко к уровням, зонам продажи. Соответственно, в таких моментах надо было устанавливать время. Если вы здесь поставили sell limit, надо было установить еще время удаления за полчаса до публикации новостей. То есть, когда публикуются новости и цена идет вверх на пробитие, у нас уже здесь лимитных позиций не было. Обычно влияние новостей длится примерно 2, 3, иногда 4 часа. Спустя 3-4 часа после публикации новостей, а если мы видим, что было пробитие, мы с вами можем что сделать? Конечно же, здесь мы с вами уже выставляем лимитные позиции на покупку, наоборот. И наоборот, если цена здесь не смогла пробить даже после публикации новостей, мы с вами уже вновь выставляем нашу позицию на sell limit, дублируем нашу удаленную позицию, указав следующее время на публикация новых каких-то новостей по американскому доллару или по британскому фунту. Таким образом, мы можем остерегаться таких моментов, когда будут происходить важные новости, импульсивное пробитие, и рынок будет импульсивно пробивать. Для этого есть у нас на сайте календарь событий, экономических событий от FX Street. Пожалуйста, пользуйтесь и этим инструментом, ну и, соответственно, этот инструмент вам тоже будет сильно помогать. Так,
где я размещаю свои записи на YouTube. Корпоративный канал YouTube, вы просто лучше знаете, что в поисковике Google задать 20-минутный трейдинг, название данного курса, данного семинара, плюс YouTube. Ну и, соответственно, видео будут, точнее, Google вам выдаст ссылки на YouTube. Соответственно, можно будет просто посмотреть. Ну, я сейчас просто покажу. Так, 20-минутный трейдинг. Поиск ключевых. У меня нету русской клавиатуры. Выход уровней. Поиск. Так, вот ссылки на YouTube есть, вы можете смотреть. Они часто я публикую. Сейчас что я делаю? Все недельные курсы я сегодня буду публиковать сегодня до вечера. То есть с понедельника до сегодняшнего дня все 5 занятий будут опубликованы сегодня вечером. Так что можете их посмотреть. Так, к сожалению, уважаемые онлайн-слушатели, у нас время уже подходит к концу. Из-за обычно мы успевали с вами рассматривать и другие валютные пары, и вместе поработать, но у нас уже время подходит к концу. Но я думаю, та информация, которую вы получили по поводу новостных фильтров, достаточно вам полезна сегодня, и можете дальше пользоваться. Уважаемые онлайн-слушатели, есть ли какие-нибудь дополнительные предложения, какие-то ваши замечания? Если есть, то, пожалуйста, пишите сейчас их сейчас на сайте или в чате, я буду их учитывать. Что еще я хочу сказать? Если вы хотите рассматривать какие-нибудь другие валютные пары, мы с вами будем обязательно в понедельник продолжим нашу работу. Желательно по тем валютным парам, которые мы с вами давно не рассматривали. Оксана предлагает нам евро-доллар. Светлана нам предлагает евро-доллар. Я обязательно сегодня выложу все наши 5 занятий за текущую неделю. Там мы рассматривали поиск ключевых зон по евро-доллару, там вы можете спокойно посмотреть. Мы давно не смотрели такие валютные пары, как британский фунт к новозеландскому доллару. Такие кросс-курсы почему-то мы редко рассматриваем. У нас популярная тема — это евро-доллар, фунт-доллар, австралиец. Также мы давно не рассматривали такой, как новозеландский доллар к швейцарскому франку. Это тоже я попытаюсь с вами рассмотреть уже на следующей неделе. На этом практически все, уважаемые онлайн-слушатели. К сожалению, вновь повторяю, к сожалению, мы с вами не успели сегодня вместе поработать. Но я надеюсь, что уже на следующей неделе мы с вами будем работать вместе, будем искать зоны покупки и продаж на других валютных парах и инструментах. С вами был Дешот Каланов. Я желаю вам приятных выходных, а также только профитных торгов. Всего доброго, до новых встреч! Так, я вернусь на пару секунд. Здесь есть предложение на демо-счете выставлять пары, ордера, где мы по тем валютным парам, где мы с вами рассматриваем. Хорошее предложение, но, к сожалению, у меня лично времени нету. Вот что мы должны делать, например, да, просто продемонстрирую один момент. После пробития мы с вами в обязательном порядке условия стратегии гласит: было пробитие, хорошо, надо будет сделать реверс нашей позиции. То есть здесь уже поставить buy limit позиции. К сожалению, у меня времени нету. Если у вас есть такая возможность, я буду только признателен вам. Пожалуйста, тогда мы с вами можем открыть один единый демо-счет. Кто-то будет вести торговлю, другим участникам будет доступно всего лишь инвесторский пароль от этого счета. Плюс, если вы
в течение дня будете просматривать по выставленным позициям, будете, точнее, по рассматриваемым графикам будете выставлять позиции. После пробития вы будете их реверсировать. Если будет, мы получим прибыль, дублировать наши сделки, то пожалуйста. Просто у меня, к сожалению, реально на это времени нету. Я бы с большой радостью это с вами сделал бы. Так, какого автора по трейдингу считается значимым в своей стратегии? Достаточно хороший вопрос, но, к сожалению, сейчас порекомендовать конкретного автора я не могу. Давайте так, есть понятие консолидации, есть понятие скопления. Скопление интересов. Я сейчас точно не помню, в какой литературе я это читал. Давайте я все-таки не буду сейчас вам врать. Обязательным порядком проверю, где я это читал. Ну и, соответственно, уже в понедельник я вам дам название этой литературы. Это, возможно, была книга, возможно, это была статья, точно не помню. Но я обязательно найду и вам, как дополнительный материал, вам могу уже предоставить уже в понедельник. Так, есть еще вопрос, уважаемые онлайн-слушатели? Так, вроде нету. Ну, тогда я могу повторно с вами попрощаться. Спасибо за ваш интерес. Мне очень-очень нравится, что с вашей стороны я получаю такие отзывы, такую заинтересованность. Мне это предоставляет огромную радость, честно. Так, на этом мы с вами завершаем. Уважаемые онлайн-слушатели, я всем вам желаю профитных торгов. Впереди выходные. Еще что-нибудь изучим, еще какие-нибудь дополнительные материалы будем получать, и уже в понедельник я вам предоставлю. Спасибо за ваше внимание и за ваше время. До свидания, всего доброго.